Ежедневно на призывную комиссию вызывается не более 50 человек. Это именно то число, которое врачи могут обследовать без потери качества. Всего же медицинское обследование должны пройти около 2000 ребят. При этом служить в вооруженные силы отправятся лишь 250 новобранцев. Особенность весеннего призыва 2018 года в том, что он начался в канун красивого юбилея. Начало призыва весеннего 2018 года совпало со знаменательной датой – столетием образования военных комиссариатов Российской Федерации. Я должен сказать, что сотрудники военного комиссариата городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменска, Одинцовского района встречают этот юбилей, этот прекрасный праздник на позитивной ноте. На протяжении последних лет мы занимаем лидирующие позиции по общей служебной деятельности среди военкоматов Московской области – и также по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу. Последние годы в Одинцовском районе количество желающих пойти в армию превышает размер призывного задания для нашего муниципалитета. Все большее число молодых людей осознанно выбирает для себя сначала срочную, а затем профессиональную службу в рядах вооруженных сил. Я хочу попасть в военно-морской флот Российской Федерации. Хотелось бы на Дальний Восток, потому что это войска... Сейчас считаются элитными, закаляют дух и чисто вот для себя, чтобы узнать, на что я готов, на что я способен. А призывник Денис Позик мечтает служить в морской пехоте. Мне изначально это нравился род войск, я еще с детства хотел, мне нравится климат. И для меня это будет очень интересно побывать там, еще ни разу не был. Таких условиях. Одинцовские ребята в большинстве случаев отправляются служить в воинские части Западного военного округа. Нередко они остаются в самой Московской области. По мнению медиков, состояние здоровья призывников в последнее время постепенно улучшается. Подтверждение тому – отправка наших новобранцев в президентский полк. Это своеобразный знак качества призыва. Нет сомнений в том, что сотрудники нашего военного комиссариата совместно с руководством района, других муниципальных образований, с которыми работает военный комиссариат, главы городских сельских поселений. Все мы вместе выполним ту задачу, которая стоит перед нами по призыву граждан на военную службу. В этом нет никаких сомнений, потому что у нас есть опыт, у нас есть знания, мы подготовлены к призыву. Весенний призыв 2018 года продлится 106 дней вплоть до 15 июля. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».